Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и хоть я сейчас нахожусь в не очень хорошей форме, и все-таки я обязан вам сообщить, потому что многие из вас, мои дорогие подписчики, не следят за новостями, а стоило бы, потому что начинается второй сезон Дрифт Царев. И начинаться этот осенний сезон будет с Ассета Корсы, там потом еще будет Корекс, Корекс мобильный, но мы ждем в основном первый этап и четвертый, потому что все они будут по Корсе. Так вот, как вы могли заметить, этап будет 14 и 15 ноября, скорее всего, все будет как обычно, 14 квала, 2 моих нуля, и 15-го топ-32 и все остальное. А вот конфиг, на котором будет проводиться этот этап, стал для меня приятным удивлением, потому что это будут бикерники. Разумеется, в описании оставлю ссылку на регистрацию, на трассу и на тачку. И пожелаю вам, ребят, удачи, потому что это будет очень интересная трасса. Не забудьте подписаться на канал и колокольчик поставить для того, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы, на котором, кстати, скоро времени будем готовиться к соревнованиям. Я, конечно, хоть и чувствую себя сейчас не очень, но, по крайней мере, тренировки все равно никто не отменял. А пока что, ребят, всем удачи и всем пока, играйте только в хорошие игры.